Погода, кайф, конечно. Но то, что это долбанный масочный режим, они штраф 20 тысяч бат могут дать, если без маски пойдешь. А так вообще кайф, конечно. Пришлось идти пешком, так как вчера обсох. Как чудом доехал до дома, но сегодня он мне завестись не дал. Спасибо, газовая станция. Газолин взят. Теперь будет на чем ездить. Жарковатенько. Чуток. На режим. Сейчас мы тебя накормим. Поедешь.